Снимаемся. Вот нас обловил Володя. Обловил уже. Только начал. Только начал еще обловливать. Ох, вот эти сказочки! Ох, вот эти сказочники! Гаити, гаити! Не были мы ни в какой Гаити! Мы в некотором роде не совсем гавайцы. Скорее даже, совсем не гавайцы. А мне надоело все. Скучно. Хочется запросто с народом, как ты. Простыми парнями, какие у нас на каждом шагу. Средства у нас есть. У нас ума не хватает. Где взяли? Давно здесь сидим. Правильно. Будем ждать. Сдавай. Ой, как я очень это богатство люблю и уважаю. Никогда не пей эту гадость. Привыкнешь, и жизнь твоя не будет стоить ломаного цента. Сидите, сидите. Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция. Потому что совместный труд для моей пользы, он объединяет. А нас кто подумает, адмирал Иван Федорович Крузенштерн? Полный алес капут. Клянусь своей треуголкой. Ну, кой черт занес вас на эти галеры? Вы ее? Ну-ну. Ну? Вы ее? Ну? Вожделили? Прекратим эту бесполезную дискуссию. Но как вы спелись? Да. Всем привет. Мы в Буде. Добрались замечательно. Дорога на четверочку. Местами шли 90. 4 с минусом. Да. До перекрестка Т-образного нормально. А вот там по... дальше похуже. Кстати, дорогу между Уной и Удой действительно сделали. Никаких ям, все ровно. Но это не значит, что Люба стала больше водиться. Люба сейчас капризна. Когда есть, тогда нас нет. Когда мы есть, ее нет. Да. Получается. Но мы, я думаю, что возьмем свое. Дождемся воды. Ждем. Следующее включение, когда уже у каждого будет по килограмму. То есть на следующую рыбалку. Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия. Вот так всегда. На самом интересном месте.